Смотрите, значит, по дорогам. Я хотел напомнить логику, как мы с вами действовали. Вот начался масштабный ремонт дорог. Мы в два раза больше отремонтировали дорог в прошлом году, чем в позапрошлом. Это вообще был один из самых рекордных годов по ремонту дорог. Но сначала нам было важно очень создать так называемый каркас дорог, которые бы соединяли городские округа нашей любимой Ивановской области. Но я массу обращений, конечно же, получаю, исхудались дороги в самих городах. И Иваново, и Кинешма, и Вичуга, там кое-где просто страшно проехать. Прямо не только в центре города, да, и по окраинам. Поэтому в этом году, но мы так и собирались действовать, но в этом году действуем как? Теперь мы заходим в города. Например, в Кинешме, да, и общая программа, она увеличена в более чем в два раза. Именно ремонтов дорог в городах. Вот в Кинешме мне коллеги сообщают, что почти в 7 раз будет увеличен ремонт дорог именно в городах. Это не означает, что это сверхогромные деньги. Это означает, что раньше было очень мало денег. Поэтому в этом году заходим. Это вопрос не только Кинешмы касается, и Вичуги, и Родников, и Шуи, и города Иваново. И он касается абсолютно всех. В этом году заходим в города и начинаем наводить порядок в городах. Насколько я помню, по Кинешме, кажется, 26 там уличных участков вот сейчас проектируются. Особое внимание прошу, когда мы все эти режимы ограничений отменим, надо обращать на качество. Вот в прошлом году во многом благодаря активности жителей и водителей мы оперативно получали информацию, где какие сбои были при ремонте дорог, и оперативно с вами справляли. Вы, кстати, наверное, помните эти участки, это касалось как раз нашей с вами трассы Кинешма-Иваново. Там были сбои, нас оперативно проинформировали, меня проинформировали через соцсети, и то же самое касалось дороги Палех-Юже, которую подрядчик всю переложил в итоге, потому что недостаточно хорошее качество было. То есть никому нет повода списывать на вирусы свои какие-то огрехи. За качеством будем следить также строго. У нас, кстати, в результате такой работы, несмотря на рекордный ремонт дорог, у нас оказалось с проблемами, вот когда весна пришла, 0,8, кажется, или даже 0,6% участков дорог. То есть ну, практически в пределах погрешности. И эти участки подрядчик переделывает. Вот так. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Спасибо. Да.